Приветик всем, с вами Алиса, на пороге уже осень, и мне захотелось создать что-нибудь кирпично-золотых, древесных оттенках с добавлением этнической нотки. Ну что ж, приступим! Из материалов нам понадобятся акриловые и деревянные бусины, мелкий и крупный бисер, одинаковые отрезки цепочки около 5 см, леска с иголкой, круглогубцы, ножнички, проволока мемори будет основой браслета, а также вот такие веселенькие бублики. Как их сделать, я вам сейчас покажу. Сделать их очень просто. На леску нанизываем 8 бисеринок по очередности мелкий и крупный. Делаем 3 узла, выводим соседние бисеринки леску и отрезаем. Начинаем собирать браслет. Берем проволоку с памятью, отгибаем круглогубцами кончик проволоки и делаем петельку. Нанизываем цепочку и закрываем петельку, чтобы наши элементы не сбежали с браслета. Итак, нанизываем 2 мелкие бисеринки, затем золотой крупный бисер, цепочку, золотой бисер снова и также 2 мелкие бисеринки. И дальше также повторяем очередность элементов до петельки. На второй ряд нанизываем бисер в следующей очередности. 4 мелкого и 1 крупный желтый. Далее внимательно следите за очередностью нанизывания элементов. Приятного просмотра!
Один из самых простых в изготовлении браслетов – это браслет на мемори проволоке. Проволока не теряет форму, удобна тем, что можно делать универсальные браслеты без застежки, и на сборку браслета уходит совсем немного времени. Спасибо, что сегодня вы были и творили вместе со мной. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Успехов в творчестве и пока-пока!